Пребывание в Москве, если честно, меня уже изрядно, не буду говорить это матершинное слово, напрягло, честно. Все говорят, надо в Москву ехать, Там деньги. А люди где? Володя Турчинский, вот. Наш русский командос. Тренировался в этом зале. Потолка нет. Может, съемки, что ли? Уже? Ну ты что, дома? Я пришел на сторону. Или ты уже, блядь, я уже здесь жить начал. Да? У нас уже здесь потихонечку командовать. Привет. Ну вот, собственно, как я и говорил, в проекте. Реальная качалка. В разделе нереальная качалка, нереальный человек. Да ладно. Дмитрий мне. Головочкин. Да, который. Маечки важно посмотрели. Ну вот, пытаемся. Это затягу 400. Да? На круг 400. Нифига, прикольно. Ну лучше клуб 400, молодцы. Чем клуб 200. Не говори. Что есть Дмитрий Головочкин? Генеральный человек. Аргениум. Аргинин, так я понял. Да, да. Аргинин. Кремниум. Это песок. Песок, да. Что-то у тебя ты вообще позволял тебе кому-нибудь вообще лазить в твои сумки? Нет. Ну ты не лазишь, я все здесь остаюсь. Так. Ну, вот. Сейчас попьем. Это вода. Да, да, это. Эль-карнитин. Эль-карнитин. И вода. 2 литра негазированной воды. Ну, что с тобой принес сегодня я? Сегодня я принес вам ничего. Главное не порваться, потому что это такая тема. Нормально, я тебе скажу. Нет, по жирам есть, может. 30-ник, не больше. Ну что, слаб, знаешь, диета, блин. Связки слабые, я аккуратно, там чуть так, потихонечку слабенькие связки. Потому что как правило, травмы-то, блин, рвешься к легкому. Все культуристы рвутся. Да, я думаю. Культуристы все рвутся, блин. Жрать начинает, прет, мышцы прут, а связки слабые. Ну на диете сидишь, блин. Начинает, дай, и все оторвал нахуй. Все рвутся там. И я вот сейчас так, значит, физкультура. Так чуть-чуть. Еле-еле. Вот, лаконично. Как город компания. Вообще, да. То есть. Так, значит, поднимаешь, там, качаешь, там, чувствуешь дискомфорт, бросаешь там. Не весами небольшие, нет. Ты что, слышишь? Нет. А что, пришел, да? Ну вот. Даже он растет все. Это, блядь, в одежде, да, упаковываясь, видишь, там, в тягушках, блядь, там. Что, прямо? Чтоб тепло, да. А я привык, к старой гвардии еще, блядь, научили там. Молодой, еще совсем долго. Они все, блядь, смотри, жара, блядь, а он, нахуй, в этой, в балахоне в таком, в теплом, блядь, не кончается, блядь. Подвал, ёб, какая здесь, ничего не было, подвал, ёб. Я говорю, что он говорит, да ты че, блядь, я сейчас вот остынешь, нахуй, и все, и потравмируешь, нахуй. А я, говорит, у меня всегда будет тепло держаться, потому что я, ну, в тепле, все, даже мокрое, все равно буду тепло держаться. А ты, блин, в майке раз, блин, жарко, потом раз, и остыло, все, и конец. Вот, блин, старенькие еще, вот так все, вот, культуристы еще какие-то, 70-е. Я, ну что, давай. Погнали, что? Попробуем. Сегодня мы будем с Димой делать руки мои и его. Посмотрим, что получится. Может быть, я что-нибудь для себя черпану.
значит, смотри. Бицепс партл с жим лёжа узким хватом. Суперсерия. Бицепс партл с жим лёжа узким хватом. С матершиной мы живем, с матершиной мы учились, с матершиной и помрем. Матершину мы вкушали с материнским молоком. С матершиной мою маму бил папаша кулаком. Вы не ждите, что припели, заругались матом я. Я, конечно, заругался, только очередь твоя. И подкалывать не надо, мне на это наплевать. Матершинные слова не буду я употреблять. Блядь! Чё, бля, улыбишься, сука? Подкалывать не надо, мне на это наплевать. Матершинные слова не буду я употреблять. Матом кроют генералы, матом кроют продавцы, матом кроют прокуроры и родные отцы. Все как будто бы святые, а приди к любому в дом. Через каждое два слова каждый ложит матюком. Вы не ждите, что припели, заругались матом я. Я, конечно, заругался, только очередь твоя. И подкалывать не надо, мне на это наплевать. Матершинные слова не буду я употреблять. Кажется, все смешно, конечно, небольшой вес. Но когда ты делаешь это на много повторений, то с подходами это все накапливается, конечно, вес увеличивается. Но это не так легко, как кажется. Сейчас будем делать суперсерии. Бицепс камня Скотта с жим лёжа узким хватом. Первый суперсет. Сам придумал. Суперсет Голубочкина. Не, сам придумал, там по молодости фантазировал, так делал, так делал, так, 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 так. И вот один из комплексов моих там еще давно-давно, там лет 15 назад придумал. Крычакча, крыхалка, крыбомба, крычача. Сколько? 15. Ну-ка. Где вот так? Где, да? Не, повыше, пошли, возьмись. Так, во. Сейчас уже потихонечку будет начинаться рабочий подход. Выдох, вдох, хорошо дышать. Черный горох, да нелегко глотать. Пуля и ствол жалы разошлись. Где добро, где зло, попробуй разберись. А что мне надо? Да просто свет в оконце. 12. Сколько? 12.
свободе поклонись. А что мне надо? Да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться до земна. Чую голубочинскую систему. Система работает. Даже если бы сейчас было наш. Это мы где-нибудь на орбите, да? Два космонавта такие. Летаем. Такие летаем. Из центра управления полетом. Как идет? Как пампинг идет? 5 минут. Пампинг нормальный. Папинг есть. Уже начинает что-то там появляться. Ну так, что-то, блин, да. Корячимся там. Мышцы какие-то появляются хоть чуть-чуть. Так, с конца. Да я уже, знаешь, как, честно говоря, устал. Чтобы там. Так, видишь, кто-то парень там чуть, ну, там девушка, там тут парень там в зале смотрит, там правильно делает, неправильно делает. Я уже не подхожу. Жду, пока он сломается, думаю, жду. Сломается он у нас сегодня или нет? А, не сегодня не сломался. Ну ладно, подожду в следующий раз. Раньше я был более демократичен, блин. Я подходил, я там говорю, вот так вот, там, вот, ну вот так вот, там вот так вот там. Ну так он стоишь, вроде делает, отвернулся, поворачивается, вот, бля, он опять не. Потому что то же самое. Потому что, понимаешь, неблагодарное дело. Только говорит, я сам знаю, кто еще что-нибудь, блин, там еще. И знаешь, вот не то, что там я там не хочу помочь, не в этом даже дело. Просто, блин, ну не знаю, разговариваешь, вот в 99% разговариваешь со стенкой. Не с человеком, а со стенкой, понимаешь, я чего, хочется помочь, а он не воспринимает информацию. Или неправильно делает там. Вроде поставил так, вроде раз, повернулся. Ну, следующий подход, смотрю так издалека, смотрю, он опять этот галиматью свою там, я говорю, ну все, блядь, бесполезно. То же самое с девочками. Девочкам еще просто, с девочками лучше не связываться. Они невменяемые. А сколько тебе нужно денег, чтобы ты тренировал девочек? Нет, смотря для чего. Для целенаправленно тренировать или просто для того, чтобы она изменилась? Нет, просто пришли, тебе сказали. Вот на денег, вот то, что она хочет делать, ты и делай. Там. Не-не-не-не-не. Буди ее. Или она будет делать так, как я ей говорю, или мы расстаемся. Она будет делать так, как ты говоришь, да. Вот тогда пришла, говорит, я там, блядь, Юля Зазулина. Дядя Дима, я вешу 100 килограмм, у меня рост 1,70 м. Я хочу... Стать порнозвездой, блядь. Что невозможно, блядь. Если человек будет меня слушать, то, что я говорю, я говорю 100% гарантию, что он изменится в лучшую сторону. 100%. Если он, конечно же, бы... Я, конечно, здесь могу там сказать, там, надо кушать вот так вот, надо делать так вот, тренироваться надо вот так вот. А она выйдет за забор, неизвестно, будет она это делать или не будет, или он. Неизвестно, будет он слушать, что говорят, или не будет. Вот в этом смысл. Тренер только может помочь. Но все равно я жить с ним не буду и кормить его, блин, там, ну, понимаешь, ну, это все зависит от него, от человека. Готов ли он там жертвовать чем-то. А ну зажигай! Двенадцать. Сейчас
зажигай. Открытым хватом ведь опасно сжать. А? Открытым хватом ведь опасно сжать. Привык. Ну, мне не падает. Кто не Слава рискует, Богу. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но зато пьет водку на могиле рискнувшего. Ну да. Еще 10. Французский жим, столба. Да. Бисер много стоя. Столба, да. Сколько? Ну, не 30. Не, ну... Да не знаю, посмотрим. Не важно, как разница. Сколько? Ухожу. Бицепсы, трицепсы, мокрые маечки. Бицепсы, трицепсы, жим от груди. Бицепсы, трицепсы, девочкам нравятся спортивные мальчики. Как ни крути. Бицепсы, трицепсы, мокрые маечки. Бицепсы, трицепсы, жим от груди. Бицепсы, трицепсы, девочкам нравятся спортивные мальчики. Как ни крути. Сбился со счет, сколько? Уже нормально. Тренировки, тренировки.
тренировки. Мышцы растут без остановки. 4 подхода по 10 раз показался бицепс. Радует глаз, гири, гантели, штанга, платформа. У тела твоего появляется форма. Нижняя тяга, французский жим, жестокий режим. Теперь никто уже не скажет тебе, что ты худой. Взял билет на самолет, ты полетел, махнув рукой. Где море и песок, ведь ты сезонный качок. И ты сезонный качок. Бежишь по пляжу без плавок, без носков. Загораешь с новой подругой. Она в экстазе от такого друга. Глазами жадно смотрит, тебе равных нет. Она хочет делать это утром, ночью и в обед. Вот постели свою крошку решил ограничить, потому что год назад начал химичить. Думай, 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 думай и качайся. Надумав, решайся, решившись, не сомневайся. Думай, 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 думай и качайся. Ну ты не вылезешь отсюда, блин, никогда, блин, залез, блин. Это мы устроенные, блин. Думай, 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 думай и качайся. Надумав, решайся, решившись, не сомневайся. Как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сжимаю, овации услышу или свист. Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. И я подхожу к тяжелому снаряду с тяжелым чувством нежности к нему. Мы оба с ним как будто из металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скован я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Отсюда. Взять другой путь сегодня? Да. Легче. Надо пробовать. Надо пробовать. Надо пробовать все. Что тебя может заставить перестать вообще материться? Что должно произойти такое? Да не, я думаю, что это бесполезно. Зачем? Не, я понимаю, что близкая ситуация. Я прекрасно понимаю, где можно материться, где нельзя материться. Если мотивационный, Лен, мотивационный ролик, то, конечно же, можно поматериться, ничего страшного. Вот. А если там приличный какой-то семинар, что-то я там провожу, естественно, я не буду ругаться матом, это нормально. Вот. А так, конечно, не знаю. Буду ругаться матом. Ну, естественно, все это дозировано. Оно произвольно у тебя как вылетает? Или... Ну, наверное, да. Эмоции. Эмоции, скорее всего. Не более того. Да, скорее всего, эмоции. Но это не значит, что там все плохо. Как-то все. Все вот такие. Ну да, это просто эмоции. Скорее всего, да. Так что буду ругаться матом. Здесь самое интересное. Сегодня что, действительно новичков?
Это секрет Марка Аврелия. Всю подряд снимать. Это человек, который задает темп этому залу. Понятно, чтобы было не стыдно потом приносить. В принципе, упражнение выполнено правильно. Ну сегодня так халява. Обычно два межсезонья больше двух суперсерий не делаю на руки. Как правило, это отдельная тренировка. То есть бицепс-трицепс. Ну не более того. Но если хороший день еще, иногда могу добавить третий суперсерия. Какой-нибудь там подходик 2-3. Чисто добавочный. А так правильно, как правило. Две суперсерии, уже отказался от отдельных упражнений на бицепс, отдельных упражнений на трицепс. Это очень долго времени занимает. У меня получается тренировка 2 часа. Сначала делаю бицепс, потом делаю трицепс. Это долго. Как правило, делаю только в суперсериях, даже в межсезонье. И вроде растут, но это хорошо. Если растут, значит, не будем ничего пока менять. Как говорится, старая русская пословица, старый конь борозды не испортит, бицепсы не надорвет и трицепсы больно не сделает. Поход! Раз, еще раз, еще много-много раз, это раз, еще раз. Вроде там ничего. По-моему, не надо лишних слов. У меня выпал диск из рук. Не приучил тренер трицепс скачать. Да нет, просто травма. На тренера стрелки свел, да, такой. Стрелочек. Нашел виноватого в слабом трицепсе своем. Просто сам трицепс не делал никогда. Может быть, делал бы, он бы не порвался. Но потихонечку восстанавливаемся. Да еще много, 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 эх, эй, да еще раз, да еще много, много раз, эх, раз, да еще раз, а потом привыкните. Лучше вперед. О. Смотри. Ну, в принципе, вот одна из тренировок. Это одна из суперсерий бицепс на скамье Скотта с жим лежа узким хватом. И бицепс стоя молоток. Французский жим толба. Это такие стандартные базовые упражнения на руки. Вот, я думаю, что
по крайней мере, достаточно. Для меня достаточно, чтобы поддерживать, так скажем, даже. Если нужно будет немножко увеличить, конечно, руки, мы добавим, это не проблема. Вот, а так правильно, как правило, этот межсезонный цикл, тренировка рук, отдельная тренировка рук от всех групп мышц, вот. Мы, по крайней мере, ее, ну, то вот, завершили, так скажем. Вот, сейчас посмотрим, что получилось из наших усилий, из нашей совместной тренировки с Михаилом. Сейчас посмотрим, загнем руки, посмотрим, какие бицепсы у нас выросли. Кто-то шахматист, ну а кто-то качок. Кто-то мужик, а кто-то мужичок. Вот так-то, тяжелый вес, это не для всех. Нет. У кого-то успех, а кто-то ненужный, как на жопе мех. Смех да грех, как выглядел раньше. Кожа да кости, ой, набитые ой, ой, фаршем. Сейчас какие трицепсы, какой. Какие бицепсы. Че, желание есть, со мною будешь биться ты? Это как дедушка. Дед Игнат такой, чик. Оп! Ну, может быть, там руки появились. Давай, давай. 3-4. Они качки, они качки, тягали тачки, мужички здоровые, как бычки. Давай так, наверное, тебе задавали этот уже вопрос, я задам еще раз. Возраст, помеха, преграда? Ну, я думаю, что, конечно же, в 30, конечно, здоровья больше. Но есть плюсы свои, сильнее, во-первых, с возрастом. Я на себе проверил, что связка сильнее становится, и силовые показатели выше, однозначно. Вот, может быть, так, накопительная сила такая, ну, не знаю. Ну, есть свои плюсы, так скажу, есть свои минусы. Но то, что там говорят, что там, там в 40, знаешь, там уже такие на улице ребят встречают, там в 40, а они уже там все, подыхать собираются. Не знаю, у меня нет такого. Я еще хочу полностью почищать. Вот так вот. Ну и все, что может сказать человек из города Че? Что можно сказать человеку из города Че, живущему человеку в городе М? Надо сказать ему спасибо тебе, Дим, за то, что ты уделил вам внимание. Да, конечно. За то, что ты уделил внимание вот этому, пускай мы сегодня не формат, но ты как человек вышедший, вылезший из подвала. Из подвала, да. Когда ты вылез из подвала? Ну, 8 лет потренировался в подвале, где-то это... До 2000-го качался в подвале. Вот, человек, который... С 87-го по 2000-го. Который в 21 веке только вылез наружу. Дмитрий Голубочкин, наш эксперт по бикини, профессор бикинистических наук. Вот, Дмитрий Голубочкин, мы тебе желаем здоровья, говорю тебе спасибо от души. И дай Бог тебе здоровья. Дай Бог тебе огромного здоровья, терпения. Благополучие. Самое главное, вот такой, какой ты есть, вот такой ты, такого мы тебя и любим. Вот именно такого мы тебя и любим. Не без слюней, блядь, без соплей, без формата какого-то. Не формат это сила. Не формат это сила. Абсолютно точно. Спасибо. Обнимаю. Многие люди, да, сейчас ищут мотивацию, чтобы заняться, им что-то нужно, вот такое вот. Вот как ты к этому относишься? Ну, нужна мотивация? Конечно, нужна мотивация, однозначно. Для любого человека, для меня, для обычного обывателя, который не занимается спортом, чтобы его загнать в зал, нужно как-то его мотивировать. Это нормально, это для всех людей, абсолютно точно. Тяжело, всем тяжело, всем не каждую тренировку мне хочется идти в зал и тренироваться. И мне что-то мотивирует, мне что-то чем-то что-то как-то движет мной. И я иду как-то с годами так сложилось, что Дмитрий Голубочкин там более такой публичной личностью и узнают на улицах и там спрашивают автограф, фотографии, росписи, там вот эта вся хрень, блин. Ну, вот так случилось. Но меня мотивируют те люди, которым я говорю. Те парни молодые, которые вот, подходят и спрашивают, можешь сфотографироваться? Вот они меня мотивируют, потому что я был такой же, как они, и также смотрел на таких известных спортсменов. И меня мотивирует только их внешний вид, и вот их труд, и их
их вот этот кровь, пот, блевотина, блядь, и кровь из носа, блин, ну надо идти тренироваться. Вот их дух, их стимул, не знаю, их это бешеная мотивация, просто зашкаливающая мотивация. Он мог прийти, например, вот я готовлюсь к соревнованиям, я могу прийти в зал в пустой, в воскресенье, и приседать, блин. Просто потемка в глазах подседать, потому что я не могу по-другому. Меня мотивируют те молодые люди, которые верят в меня, те близкие, которые верят в меня. Я не могу, просто у меня нет пути назад, так скажем. Вот, и поэтому я стараюсь как-то мотивироваться. А для обычных людей, ну не знаю, вы просто дойдите до зала. Самое сложное – это дойти до зала. А если уж пришел в зал, нужно тренироваться. А это уже второе. Ну, самое сложное – это дойти до зала. Нужно дойти до зала, и чтобы это вошло в привычку, как на работу. 3 раза в неделю я должен идти в зал.